Пачанга. Сейчас вам покажу одну интересную вещь. Находимся в городе Стокгольм, в центре Стокгольма. Вот смотрите, вот так вот идешь по улице, так, да? Чик-чик-чик, гуляешь. И вот такой вот космическая такая будка стоит. Вот спрашивается, что тут делать, что за будка. И вот подходишь, видите, лампочка горит. Вот так вот. И вот здесь вот можно нажимать. Смотрите, раз, открывается. Такой лифт. Как? Стоять. Закрылся. Не успел. Еще раз. Видите? Красный загорелся. Сейчас зеленый лом. Так просто так не попадешь в него тоже. Но он бесплатный. О, все. Ну, смотрите сюда. Это туалет. Пахнет таким нормальным мылом. То есть не туалетом не пахнет, как обычно туалеты пахнут. Вот опять закрылся. Не успеваю. Сейчас покажу вам. С третьей попытки его. Ну давай. Вот такой вот, видите? Такой туалет очень интересный, очень оригинальный, чистый, красивый и на самом деле лично для меня удивительный. Я просто в шоке. Вот здесь стою, нахожусь в шоке. Смотрите, какой космический аппарат стоит. И самое интересное, что вот с этой стороны, сейчас я не знаю, здесь люди есть, я поэтому сейчас показывать не буду. Видите, вот с этой стороны уже нормальный туалет. Нормальный в том смысле, что он большой. То есть то, что я вам сейчас показал, вот этот лифт, он такой малюсенький, да, то есть зашел и все. А вот здесь вот уже, вот эта другая часть этого космического корабля, уже такой в нормальном понимании, целая комната, там чуть ли не жить можно, она на самом деле реально чистая, красивая, аккуратная, ну и как вы все понимаете, все по последним высоким технологиям. Вот такие вот дела. Что, находимся в Стокгольме. Вот такую маленькую зарисовочку вам хотел сделать. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный телефон. Так, вперед.